Всем привет! Сегодня у нас штатная магнитола для Renault Arkana. Так вот она выглядит. Такая вот красота. Идеально вписывается в свое родное место и дает полный функционал Android. Сейчас она включена. Так вот она выглядит сзади. Тут у нас все можно подключить. GPS, Wi-Fi, колонки, музыку, звук, вентиляция, хороший алюминиевый корпус, охлаждение. Все тут имеет. В комплекте идет сама магнитола. Она уже с рамочкой. Также антенна 4G, антенна Wi-Fi, слот для SIM-карт. Такая вот коса с колокольчиками. Тут у нас микрофон, AUX, камера заднего вида, переднего вида, колонки. Можно подключать вот DVD, тут еще полный комплект. Двери, звук, все тут. Слот для USB-карт. Их тут два слота. И отдельный слот еще идет. Такой вот в торпеде устанавливать. Такой вот радиошнур, комоду. Такой вот микрофон у нас. И еще одна антенна GPS. Вот такая вот. И руководство для пользователя. На русском языке. Тут все как бы тут рассказывает. Сама магнитола в рабочем состоянии так вот выглядит. Здесь у нас встроенный микрофончик есть. Кнопочка домой. Кнопочка активации навигатора. Включение-выключение радио. Переключение между радиостанциями. Разъемчик для флеш-карт. Кнопочка перезагрузки. Включение-выключение звука. Элементы управления громкой связью. Поднять трубку. Опустить трубку. USB разъем. И две крутилочки. Одна включение-выключение и регулирование громкости. И вторая управление радиостанцией. Также они все переключаются. Нажатием на тон активируется эквалайзер. Такой вот он здесь довольно мощный. Много настроек, есть вот объемный звук, есть усиление басов, балансировка по салону тоже, фильтрация, ну, тут целая куча. Также есть много пресетов предустановленных, вот так они выглядят. Ну, такая вот красота. На рабочем столе у нас виджет времени, виджет музыки и виджеты активных программ. Виджет навигатор, можно привязать сюда Яндекс.Навигатор. Громкая связь, здесь в этом разделе просит синхронизация вашего мобильного телефона по Bluetooth. И можно, 85 стоит. И можно общаться по громкой связи и слушать музыку. Здесь у нас появляются установленные приложения, которые вы ставите через Google Play. И все они замечательно работают и радуют вас. Радиостанция. Раздел музыку. Музыку можно воспроизводить как с самого устройства, с магнитолы, также по Bluetooth, либо через флеш-карту, либо через SD-карту, которая сюда устанавливается, либо через флеш-карту, которая подключается к USB, и вся музыка здесь будет воспроизводить. Так, по технике. Свайпом вниз у нас активируются инструменты Android. Здесь у нас яркость экрана, громкость, также включение-выключение Bluetooth, Wi-Fi, активация эквалайзера, очистка памяти, но можно сделать скриншоты, ну все тут это. По техническим характеристикам, здесь у нас 8-ядерный процессор с 1,8 частотой ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ внутренней памяти. Разрешение экрана 1280 на 720 и 10-я версия Android. Такая вот довольно мощная магнитола. Большое количество дополнительных настроек, тут заводские, системные. Личные, ну, все можно настраивать. Дополнительная работа по камере заднего вида. Тут можно включать линии парковки, парктроник, движение назад. Ну, в общем, тут очень много. Также дополнительная регулировка громкости идет в парктроников всех. Все вот отсюда всплывает. Тут у нас, соответственно, время, активация Bluetooth и активация GPS. Также здесь будет появляться еще, когда сим-карта ставится, появятся значки для сотовой связи. Такая вот магнитола для автомобиля Renault Arkana.